Задание выполнено. Вы вошли в средоточие тьмы. Убили Малахаю. С Тасуни мы поговорили. Девочка спустилась в черную причерную пещеру, нашла черного зверя. Разрушительница чар, не зря я в тебя верила. Порча коснулась Тасуни, едва он появился на свет. Видимо, ты ведь была готова принять зверя. Не ожидал, что придя к нему, ты выдавишь из мрака последний вздох. И я представить не мог, на что способна любовь. В восточной части макета расположен подъем на гору Веруза. Поднимитесь на гору, чтобы найти портал на Ариад. А, ну да, они взяли. С Диабло 2 сценарий. Пророчество взять. Нам на гору Ариад надо. Пока у меня нет этого лазурита, я не могу шахты бурить дальше. Поднимитесь на гору Веруза, Веруза, чтобы найти портал на Ариад. Ну, мы идем туда. Цветная сфера. Освещенный флакон жизни, ну-ка. Шелковый нагрудник. Посмотрите-ка, из 5. Надо перекрафтить. Освещенный флакон жизни. Сфера удачи из обычного в редкий. Волшебный, блин. Мне же в редкий надо.
Священный флакон маны. Еле ноги унесла. Уж думаю, справились с предыдущим квестом, да? С Ганалахаем. Даэдра. Всей этой нечистью еще меня сейчас будут убивать какие-то победители. А ну пошел вон. От меня. Что у меня с этим? С лечением кошмар какой-то. Лечение не восстанавливалось. У нас переход. Какой-то переход, че это? Каменный столбик. Это не сундук с монстрами. Не ларец чудес. Да как вообще такое может быть, как вы посмели? Чего мне не накапливаются флаконы-то, а? Алло. Герой оживляет броню или оружие ближнего боя и передает этот предмет невидимому союзному стражу. Да, ну-кась. Чуть не понимаю, как действует. Так, оживляет несколько предметов, они будут переданы одному и тому же стражу. Предметы какие-то оживлять, какие? Чуть не понимаю. Да нет. Не знаю. Чем драться-то без скипетра? Понятно, какой урон у тебя маленький. Ой, блин, а я думаю, что происходит-то? Руками, что ли, дралась? Ну, у меня есть еще клинок. По умолчанию, наверное, устанавливается. Если нет скипетра или там жезла. Сейчас еще с этими богами драться, как в Diablo 2. Подъемник. А вот сюда нам надо.
А, не надо мне никакие свитки портала. Да, я хочу за охотницу сыграть. Тут такие колчаны классные выпадают. Мне прям соблазн. Шмотки прикольные. Я напялила маску. Потому что она дает ловкость. Без которой я не могу эту броню. Еще другую я хотела ей попробовать одеть. Который у меня в тайнике лежит нашем. Кривенько как-то лежат сундуки эти. Широкий ремень, 28 уровень. Ну, я тут шмотки разбираю, вот тут откуда вообще взялись. К сопротивлению огнем. Эй, ну откуда вы лезете, блин? Рецепт нашли. Окей. Еще телепортировать, паскуда. Бесит меня. В прошлый раз он меня так убил. Это существо паршивое. Так, а где мой голем вообще, не пойму. Меня будет защищать или нет? Чего у меня не восполняется здоровье? Кошмар какой-то. Сумасшествие поперло какое-то. Что это? Творим такое.
Что ничего не выпадает? Зачем я эти колонны двигаю? Маг. Затейник своим волшебным копьем в нас целится. Что-то я так сосредоточилась, чтобы нас не убили. Забыла, что вообще надо говорить. В принципе, не страшно. Тут у нас ущелье, наверное, это и есть тот проход, который нам нужен. Цветная сфера. Почему мне не заполняют флакон вот эти? Сферу усиления. Что у нас такое? Трибун тварей. Рычаг. Вы поднялись на гору Веруза. Нашли резонатор. Активируйте его, чтобы открыть портал на ряд. Активировала. Вы поднялись на гору Веруза. Войдите в портал. В общем, входим. Да-да. Войдите. Вы успешно переместились на ряд. Но оказались в ловушке в узилище. Найдите способ выбраться. Сейчас портал сначала активируем. В ловушке, значит. Как так вообще? А ну, отошли все от меня. Что такое? Какие-то мешочки тут повязывают. Значит, сейчас выберемся. Сопротивление к хаосу. В чем я сражаюсь, я вообще не понимаю. У меня здесь голема нет. А где у нас голем? Голем хаоса. Да, ой, не то. Попробуй, подойди ко мне, ребятня. Там спрятался в углу. Я про тебя не забыла. Малый. Ужас. Заключенные слетели с катушек. Хотят забежать вместе со мной. У них тут свои порядки. У нас мадам тоже сбежала из тюрьмы, так что она, видимо, уже знает, какие здесь порядки. С ними особо договариваться не стоит.
Судя по всему, без толку. Деталь доспеха. Да почему я не могу перемещаться? Тупит, блин. Точильный камень, сфера хаоса. Кто меня бьет? Священный флакон. Церемониальная булава, опять же, 95 силы нужен, мне не хватает. О, карнавальная маска, ее можно перекрафтить. Не знаю, давайте повысим уровень. Тут у нас жезлы. Скорость перемещения. Предельный интеллект. Вот големы, кстати. Что-то мне големы понравились. Я ими стала пользоваться, они мне очень помогают. А куда я дела ледяного голема? Я его выложила, что ли? Блин. Надо его вернуть. Плачущая сущность страха. 4 сокета из обычного. Волшебный в редкий. Из обычного в редкий. Эх, вообще не нужно их подпускать близко. Пусть пока они идут ко мне, сгорают в пламени. Испепеление. Меня замедлили страшно. Мне хочется кашлять. Потому что у меня горло еще не прошло. Поэтому я так странно могу разговаривать.
Нет, 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 нет. Так, благородный флакон жизни. Вы убили надзирателя Кроу, теперь можете войти в безопасную башню надзирателя. Окей. Чё, в обход? Телепортироваться нельзя. Башня надзирателя. Слушайте, а я ведь там не все обошла. Навали. Мать смерти с большим интересом смотрит на этот город. Ты присоединяешься к нам как раз вовремя. Перед тобой лежит паутина дорог, и каждая дорога итог другой жизни. Но у всех дорог один конец, так или иначе. Ну почему? Задание выполнено. Вы добрались до лагеря восстания в башне надзирателя. Поговорите с Лани о награде. Наш тайник. Что-то все надо сложить. Да почему? Вернувшийся изгнанница? А разве такое возможно? Ты появляешься из тьмы и забираешь души злодеев, будто Хинекора из сказок, которую мне рассказывала мать. Что ж, твое божественное вмешательство хорошо отвлекло врагов и позволило нам захватить башню. Благодарим тебя за смерть последнего надзирателя. Кольцо. Как раз мне нужно кольцо. Огню и молнии. Жреца можно отличить по двум приметам: угрюмой рожи и монументальному заду. Это место зовется башней надзирателей. Знаешь, чем были плохи люди, которые жили здесь? Поглядывали за нами, проклинали нас и спускали в загоны, чтобы сечь кору и хвостами и пинать, как дворняк. Когда владыка отбыл в Реквест, кому-то пришлось крутить колеса угнетения за него. А, склянки надо сейчас раскидать тут. Раз, два, три. Так, давайте-ка. У нас есть 3 святых флакона. Сейчас посмотрим, что в результате нам дадут. А нет. Не 3. Вас попросили убить верховного жреца Авария, источник силы жрецов, но вначале вам нужно найти способ войти в суды жрецов.